В Красноярске на доме на улице Михаила Гаденко появилась статуя музы Терпсихоры. Она высотой почти в 2 этажа и весом около 2 тонн. Выполнена из металла, поэтому не заметить статую очень сложно. Устанавливают Терпсихору по инициативе застройщика. Это дань уважения известному хореографу и балетмейстеру ансамбля «Танцы Сибири» Михаилу Гаденко. Установка завершится уже на этой неделе. По крайней мере, она станет таким очень свежим новым атрибутом направления. Среди коллег существует у нас строителей здоровая конкуренция. Мы это берем за своеобразный свой стиль. И в дальнейшем планируем, что мы, по крайней мере, на домах, которые выходят на проходные улицы, каким-то образом будем пытаться что-то подобное подчеркивать и находить.